Всем привет! Мы начинаем вторую часть нашего данного влога «Прогулки по Брянску». Так что оставайтесь с нами, и вы увидите, как мы проведем этот день. Около филармонии очень красивые часы и показывают реальное время. Сейчас вот час дня получается, да? Сейчас проверим, сколько время на самом деле. Ну да, сейчас, кстати, на самом деле 13:00. Все правильно показывают. Оригинально сделаны цветы. Цветы, клумба, часы. Здорово. Такие мелочи, а достаточно интересно. Вот фонтан в виде одуванчика. Мусорка под зонтиком с собачкой. Часы, цветочная клумба. Такие мелочи, а. Здорово сделано. Ребята переходят в светофор. Я не успею, 4 секунды осталось. Но ничего страшного, мы на следующий пойдем. Мы идем в брянские сувениры. Катя с Андреем хотят какой-нибудь сувенир себе купить с Брянска. Ну, а мы за компанию. Мы на лавочке сейчас посидели, мороженце поели. Ну, точнее, нет, я не ела. Оно для меня слишком сладкое, я слишком много пить хочу. А Андрей, Катя, Лёша ели мороженое. Лёш, купи себе часы на цепочке. Хорошо. Блин. Без стрелок, правда. Они солнечные. Солнечные. Хорошо, спросим. Да, тут написано было антиквариат брянский. Написано было. Смотри, ваза похожа на ту, которую мне Вика подарила. Только у нас черная с белым, а это, видишь, разноцветная. Ага. Видишь? Да, да. Разукрашиваю по-другому. Брянск. Ой, смотри, можешь бабушку взять, тут сразу все. Он наш. Красноморский. Красноморский наш? Ну ты что, как здорово. Брянск, карандаш, личность. Смотри. Волк. А вот денежный магнит. Волк ищет, денег ищет. Будь осторожный рюкзаком. Да ладно, оплатит, что он мало зарабатывает. Да. Ты же ему карту вернула. Да, свисток есть. Ой, сорочья лавка. Здравствуйте. Мне кажется, вот смотри, тут собор Троицкий и кот. Ну вот Брянский храм. Глаза в разбег. И вот курган бессмертный, я не знаю. Брянск, Брянский. Еще таких вот пришло буквально сегодня. Я еще не выставлял, может, чтобы смотри. Смотри. Кстати, вот это. Интересный магнит, там 6 сразу. Можно их по отдельности. А, можно вместе. Понятно. Такой. Угу. Слушайте, вот тапки мне вообще нравятся. Кстати, миленькие, да? Блин, тапки прикольные. А мне зонтик нравится. Офигенно. Добро пожаловать, будьте как дома. 95 рублей. Да, ну, интересные такие 3D объемные, да? Ну, это многослойные у них называются. Ну, да. Как бы, да. Лёш, купи тапки.
своя. Купи себе тапки. А как этот дом называется? Нет, часы? Не, не, не. Ну, это просто жилой дом. Это часами. Дом с часами. Он а вы приезжали? Он далеко отсюда есть? Он на сторону Красноармейской улицы. Это на пересечении площади, где площадь Партизан, пересечение вот здесь, здесь музей сзади. Зонтик, смотрите, какой. Если отсюда, если отсюда ехать, то на Красноармейскую и все время по ней, пересекая вот этот и там следующий. Вот зад... про эту площадь, я говорила, мы гуляли с утра до вечера, и ночью вот уехали. Да, да, и Курган до конца не прошли. Ехать. Это лучше на машине, пешком далеко, да? Пешком, да, либо вы на маршрутке, но это надо поднять. Мы тут поднялись на какую-то гору. Лей, шмель завис. Видишь? Лень какой физин здоровый. Ползет. Ничего себе, глянь. Ужас. А вот она. Голландская тут. Слизень. Вот маленькие рядом с сравнением. Глянь, слизь какую оставляет после себя. Маленьких много. Лень, какую слизь после себя оставляет. Ага. Ну, блестящие, видишь, эти следы. На какую-то гору поднялись. Тут храм. Катя, что это за храм? Покровский собор, да? Нет, Благовещенск. Сейчас посмотрим. А, не знают, ребята. Я думала, знают. Мы вообще в Троицке шли. Троицкий. Андрюха меня сюда привел. Троицкий друг. Глянь, сколько снелизней. Поднялись почти. Кот такой жирный впереди. Тут нормально, конечно, дорога есть. Налево посмотрите кубки, артиллерия. Но Катя нас с Андреем повели самой дальней, наверное, дорогой. Это город Воинская Слава стала. Пойдем сюда, дойдем. Стелу посмотрим. Да. Я с той стороны вот такой видел. Леш, а вот пушки поснимал бы. Водички достанешь? Тут вот с левой стороны пушки стоят. Я прям немножечко подустала, пока поднимались. Такой храм. Прям на горе. Слушайте, а вот от этой стелы, наверное, красивый вид на город. Она ж на горе стоит. Город трудовой славы написано. О, мы эту свадьбу уже видели на набережной Десны. Они тоже к курткам спускались. Вы решили посидеть? Не здесь покрашено будет, мы уже сразу с тобой садились. Может, на другую лавочку? Сейчас перед обедом. Такая красивая смотровая площадка здесь. Я прям в восторге. Мы уже на лавочке посидели, отдохнули. Свадьба все еще фотографируется. Ничего себе, куда мы поднимались. О, тут богатырь. Как туда женщина собралась? Странно, не знаю, как. Как она туда залезла? А я вот не люблю с памятниками фотографироваться. Смотрите, как здесь красиво, да? Ну, конечно, не скажу, что весь Брянск виден. Но много чего видно, да. Кто-то прям высоко залазил, завязал какую-то ленточку.
Часть Брянска отсюда видно. Может быть, даже кто-то из вас видит свой дом? Точно. А я сзаду иду, тут фотографировались, смотрю, богатырь какой-то. Речь идет, а я просто вдаль смотрю. А это типа твоя мысль? Не знаю, прямо так интересно. Это как будто мысль, знаешь, что вот. Вот представляешь, насколько надо было высоко залезть, да? Ну, смотри, на пику прикрепили. Да, 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 и на пику прикрепили, ага. Ну что, мучаемся? Андрей, хочу к этой двери посломаться быстрее. Я бы так не полезла бы. Катя, как ты теперь без кондиционера? Я найду какой-нибудь листик. И будет у меня другой кондиционер. Мы оптимисты не знаем. Газетку, как раньше, да? Лёш, ты так стоишь хорошо. Я вас фотографирую, если что. Не знаю, правда, на фоне чего, на фоне чего-то. Ну что ты по кусочкам потом опять вылетит? Ну расплющить надо. Его надо убирать. Не, расплющить надо, она, видишь, он... А чем ты постучишь-то? Молотком каким-нибудь. Ну да, молоток в рюкзаке мы захватили с тобой, нет? Только топор. Мне кажется, у Андрея в рюкзаке есть все. Да, да, это хозяйственная сумка. Нет, это больше на дамскую сумку похоже. Да, вид красивый, кажется. Там не целый гастроном. Ну что, пойдемте дальше. Посмотрите, как у нее этот серп и молот блестит. Ага. У девушки. Да, да. Как будто кто-то залазил, натирал. Ну там небо, да? Да? Здорово, на небе. Вообще шикарно. Глянь у меня в камеру, как красиво, да? Ага. Это будет сочный выпуск. Да? Да? Ты думаешь? Конечно. Новые места всегда людям интересно смотреть. Ну это да, многие да. Многие же, может, никогда в Брянск не приедут, правда? А ты покажешь. Ну, конечно. Спасибо, что вы к нам приехали сюда. Так, у нас еще в копилочку новый город. Угу. Вы первый раз в Брянске? Вот это руки, все в руках ломает, а? Это храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Вот, знаем, какое название. Не, я не пойду, я в штанах, без платка. Так там юбку можно надеть. Да ну. Не пойдешь? Мы зайдем. Тоже не пойдешь? Пойдем на территорию хоть зайдем. Да, на лавочке могу посидеть, вас подождать. А заходить не буду, а то я как-то в штанах, с платка. О, какие туи красивые. Все в рядочек. Угу. Вот тут... Смотри, а тут раньше другой забор да, был, видишь? Угу. Хочу маленькую. А видишь, чуть перенесли. Осталось основание. Хорошо, здесь тенек. Да, хоть немножко остынет. Ой, смотри, колокольня, Лёш. Да, я не видела за кустами. Звонится, то есть, да. Прикольно. Ну ты зайди в храм. Лёша пошел в храм. Свечи поставит. За меня там тоже поставь, Лёш. Я оставлю, да? Да, да, хорошо. Вы идете оба, да? Да. Ага, хорошо. Не то слово намоленное. Более в Брянск, когда мы еще приедем, да? Да.
русскую землю. Пойдем, Андрюш. Мы бы, наверное, без вас сегодня бы не приехали. Серьезно? Вот и мы вас вытащили. Да, да. Вы у нас есть, а мы у вас. Да, да. Мы бы не приехали в Брянск, да. Ну, не планировали, во всяком случае. А этим жизнь и прекрасна, что она непредсказуема, правда? Да, да. Пойдем. Мне тоже хочется сходить, но нет у меня ни платка, ни юбки. А это Троицкий собор. Вот такой красавчик стоит на горе. Мы, кстати, все еще на горе. Еще не спускались. Идем. Ой, телефон кручу сильно. Он разрядился у меня, но зарядники стоит. Вот, видите, заряжаю. Кусочек Владимира. Красиво. Очень красиво. Троицкий храм, Лёш. Время 3 часа, я уже устала гулять, уже ноги как-то подустали у меня. Хотя мы все равно периодически на лавочку садимся. А все равно подустали. А сейчас солнышко яркое такое вышло. Из-за тучек. Прямо около храма такой дом необычный, камнем обложен. Я думаю, что это жилой дом. Что-то все приостановились. Лёша вообще угол забора что-то в тенечке рассматривает. Посмотрите, какая красота на территории. Вообще настолько красиво. Вот тут, смотрите, такое здание тоже красивое. Темно-коричневое. Тут туи, лавочки, вот с левой стороны. Вообще здорово. Детский городок какой-то. Да, да, очень красиво. Ой, здесь ветерок такой хороший обдувает. Живительная прохлада. Да, да. Я аж и руки растопырила. Кому что, да. Невский.
Александр Невский. Ой, Святая Троица, какая изумительная красота. Вы видите? Обалдеть. Прям все могущественное такое, очень красиво. Вы пойдете вовнутрь? Хорошо. Мы наконец-то пришли к нашей гостинице, ну, гостинице, около которой наша машина стоит. А вот. И сейчас поедем где-нибудь обедать. Время сейчас без 24. Вот, так что мы сейчас где-нибудь пообедаем. И не знаю, возможно, на курган съездим. А мы на курган поедем? А как Алексей скажет? Как вы сами? Если повезет, то поедем. Ну, заедем, что, да, на курган? Просто посмотри. Ну да. Пофоткаться. В общем, сейчас едем обедать, а потом на курган. А потом в сторону дома, да? В машине поедем обедать. Да. Приехали обедать в автосуши. Катя увидела, что здесь угли, кафе. Шашлык, шаурма, люля, кебаб, рыба. Говорит, ой, пойдемте в угли. Так что сегодня у нас автосуши отменяются. И идем за шашлыком. Будем обедать шашлыком. Вот такое здесь в Брянске уютное кафешечко. Представляете, я только что чуть не упала на порожку. Ой, у меня ножки уже не ходят. А, угли не работает, да? Угли не работает, так что все идут в автосуши. Ну и хорошо, я что-то сказать не хочу, шашлыка. Вот такой вот у нас обед. Заказ наш уже готов. Суп том-ям. Том-ям. К нему еще рис дают. Я, кстати, об этом не знала. Я первый раз взяла. Это нам Андрей сейчас сказал, что надо в суп добавить. Покажи ложечкой содержимое супа. Помидоры. Нет, курица. Курица. Курица, вот. У нас с Лешей заказ одинаковый. И лапша удон. Тоже с курицей и овощами. А попить Леша себе взял черноголовку. А я себе морс клюквенный взяла. Так что нам приятного аппетита. И всем, кто будет с нами кушать, тоже приятного аппетита. Мы приехали на курган Славы. Ну как можно быть в Брянске и не посетить курган Славы? Далеко вы собрались? А что, мы хотим кофейку возить? Ага, у нас термос там еще осталось. Пока вы снимаете. Вы хотите на лавочку? Ага. Пока вы снимаете, наверное, что вы... Ну, я вижу вот там. Я просто смотрю, где тенечек, или сейчас уже не принципиально? А сейчас уже, в принципе, да. Сейчас уже не так жарко. Тоже, видишь, фонтан, как одуванчик. Нет, о, там фонтан, но не одуванчик, просто фонтан. Вот это лампочки стоят, да? Да, просто лампочки. А вот впереди фонтан, но он обычный. Аккуратно, пожалуйста. Какая здесь красота вообще. Мы здесь уже были в прошлом году, в этом году не были еще. Так что сейчас прогуляемся.
хорошо так вообще, но мне кажется, что у меня очень загорело лицо. Я прям чувствую, что оно мне немножечко подгорает. А, да, у нас вход такой же, Парк Победы, да, сейчас я вам покажу. Вот такая вот у нас звезда, это вход в Парк Победы. Одни папарацци. Одни папарацци. Катя танцует. Очень красивый петь. Слушайте, ну мне кажется, у меня лицо подгорело. Это ты просто так рада видеть своих друзей и подписчиков. Очень рада вас. Аж горишь вся, Танюшка. Очень, да. Очень рада. Сегодня суббота, людей много, хорошо. И сейчас уже вечер, 6 часов. Вообще не жарко, так хорошо, комфортно гулять. Прям здорово. Как быть в Брянске и не приехать на курган славы? У нас есть семейная фотография с Максимом, с Людой, с Димой, с Леной. Мы поднимались на этот курган, фотографировались. Не осилишь. Быть в Брянске и не посетить курган славы. Это преступление. Да, конечно. Это вот уже парк начинается. Это чем парк? Здесь парк здесь начинается. Или это просто сувенирка, да? Просто... Да, дальше. Да, парк подальше, туда, за курганом, дальше. Да. Там еще продолжение будет, да? Да я же тебе говорю, мы утром, ну, не утром, ближе к обеду приехали и поздно-поздно вечером уехали. Вы здесь кофе будете пить? Что-то я Катю с Андреем потеряла. А, вот они. С другой стороны фонтан обошли. Алексей, вот я вижу, впереди идет, снимает. Пошел смотреть модельки машин. Если ничего не изменилось, то на этом месте продает мужчина модельки машин. Ну да, ничего не изменилось. Здесь но также продают модельки машин. Сейчас я вам покажу. Да,
Год прошел, ничего не меняется. Пойду к Кате просить, чтобы она меня прокатила на машинке. Ну так, шутка. Фотографируются ребята. Катя, прокати меня на машинке. А, или на паровозике, Катя, прокати меня. Вот, справа. Прокати меня на паровозике, Катя. Можно прокатить, почему нет? Садись, Танюха, занимай место. Хорошо. Вот такой здесь паровозик. Но главное, что Катя с Андреем мне не отказали. А тут еще маленькая красная машинка ездит. И я хотела на ней прокатиться. Ну, я шутила, конечно. У меня коленки будут выше ушей. Кришнаиду брянский видела, да? Что? Хари Кришна танцует. Кришнаиды, да? Гремесные, да. А, вон, ага, с левой стороны, да? Да. Угу. И сюда доехали. А я, глянь, даже не видела Хари Кришна в Брянске, видишь? А я просила Катю на паровозике меня прокатить, либо вот на этой красной машинке. Сказала, как заинтересуешь. Курган Бессмертия? А у нас навигатор Курган Славы, да, показывал? Курган Бессмертия. Махает нам. Махают нам на камеру. Да? Все хотят в камеру попасть. Они звали нас там, в танец. Да? Угу. Ну, Татьяна Стеглецова на это пойти не может, да? А это вы здесь на машинке катались, да? Нет, мы на других. Повтори, Лёш. Так надо было с ними танцевать. Ты одиночка? Ты не видела? Смотрите, прикольные какие колеса катаются. Два колеса, между ними диван. У нас в городе нет таких. А мы сейчас поднимемся на Курган Бессмертия. Там очень красивый вид. Тут кто на чем ездит?
кому как удобнее. Андрей с Катей на лавочке чай, кофе пьют. А я что-то так объелась в автосушах, уже ничего не хочу ни пить, ни есть. Жителям Брянска, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины, курган Бессмертия сооружен в 1968 году. И вот сейчас мы по этим порожечкам поднимемся. Там будет красивый вид. Вот Катя с Андреем уже вышли с лавочки. Уже как красиво, да? Здесь много людей. Ну, все поднимаются. А в прошлый раз листвы не было, да? И был такая... Нет, листва была, но, наверное, меньше. Да. Было шикарно. А сейчас еще все. Да, не видно вот за этой зеленью. Там река. И был красивый вид на реку. Давайте подсматривать за Андреем и Катей. Нет, нет. Смотрите, вы станьте друг от друга подальше. Оставь рюкзак. И возьмитесь за руки, чтобы у вас, между вами вот эта красивая площадь была. Видишь? Да, вижу. И потом тут А то если вы рядом встанете, вы площадь загораживаете. Не, вы можете, конечно, и рядом встать, но тогда площадь не видна. А что вы за мной все повторяете? Может, я не права? У меня пример перед глазами есть. Просто мы так фотографировались, иначе площадь не видна. Ну да. А представляете, в прошлом году были, либо меньше листвы было. Так красиво здесь река была. Да? Листвы, да, наверное. А сейчас не видно ни реки, ни соборов, ничего. Ни реки, ни соборов. Вот. Не, ну там можно, конечно, приглядеться, купола видны. Чуть-чуть вот видно и все. Но все равно очень красиво. Все вниз. Здесь голубые ели, и под елями кормушки. Ну, я думаю, что вряд ли здесь белочки, скорее всего, птички. Кормушки такие. Ты веер захотела? Двести. Thank you.
жарко. Здесь какой-то концерт, по всей видимости, проходит. Ой, цветочки, земляничка лесная, лесная ягода. А, нет, наверное, уже полевая, полевая, наверное. А, нет, полевая с травкой продается, а это без травки, значит, лесная. Да, детки какие-то выступать будут. Но концерт еще не начался. Но людей уже много. Заходим на территорию Центрального парка культуры и отдыха имени тысячелетия города Брянска. Ну что, ребята, пойдут? В парк пойдут? Все, это начинается территория парка. Ну, мы уже выезжаем из города Брянск. Говорим ему большое спасибо за то, что он нам показал так себя с такой стороны, красивый, хороший. Передаем еще раз всем привет жителям Брянской и Брянской области. И направляемся домой, в Орел. Мы приехали в шашлычный двор. Ребята будут ужинать. Мы с Алексеем, не знаю, может, салатику возьмем. А сейчас посмотрим. Вот такой цезарь с королевской креветкой. Мне принесли очень вкусный этот салат. Мне он очень нравится. Я его обожаю. Так. Как там это пятачку Винни-Пух завязывал? Так. Завязывай, завязывай, а то испачкаешься. Нам почему-то на разных тарелках привезли одну порцию картошечки, одну порцию телятины, мякоть и одна порция грибочков по-итальянски. Вот. Мы с Лешей решили все это разделить, потому что время уже 9 часов вечера. Для нас это очень много. Так что мы все это разделим на... Четверых. Мясо переложи на картошку, а то столько тарелок. Я не знаю, почему нам на разных тарелках хоть принесли. Так что нам приятного аппетита, и всем, кто будет с нами кушать, тоже приятного аппетита. Мы уже дома. Время у нас 11 часов вечера. Так что будем заканчивать наше сегодняшнее видео, часть вторую. Хочу вас всех поблагодарить за то, что меня смотрите, за то, что ставите лайки, пишите комментарии. Большое вам всем спасибо. Если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Всем спасибо и пока-пока!